Что с пушкой? Позвала оружейника, была в порядке. Товарищ командир, задание выполнено. Потом. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.